Карагандинские таксисты снова в шоке. Причиной тому стало подорожание дизельного топлива. Приказ о повышении цены подписал председатель агентства по регулированию естественных монополий. Напомним, стоимость бензина марка АИ-80 и АИ-92-93 остались прежней. А вот дизельное топливо подорожало на 13 тенге, с 89 до 102 тенге. Вот это подорожание, это неизвестно с чем связано. Потому что свои заводы, своя нефть и соляра дорожает. Было бы качество, как все в России делают качество, это уже другой разговор. А наше качество не соответствует российскому, а цены поднимают. В связи с чем это связано? Буквально дня два или три назад уже на заправках ценник другой. Было 94, уже 102. Но оно как бы все равно всегда ощущается же. Заправляемся и каждый литр, как говорится, экономим. Бензин, дизельное топливо, все сразу, все подорожало. Потому что, ну, сейчас вот ездить невозможно вообще, в принципе. Цена, конечно, кусается очень сильно. Цены на дизтопливо повысились в канун женского праздника. Напомним, до этого предельные цены на горючие смазочные материалы повышали в октябре прошлого года. Так, автовладельцы могли купить бензин марки АИ-92-93 по 106 тенге и АИ-80 по 86 тенге за литр. Дизельное топливо на автозаправках стоило 90 тенге за литр.